Первому олимпийскому чемпиону 73-го региона 73 года. Борец греко-римского стиля Виталий Константинов свой очередной день рождения встречает не дома на диване, а в кругу борцов-единомышленников. Уже много лет легендарный спортсмен на пенсии, однако спуску себе не дает, подавая всем пример здорового образа жизни. Кушать надо меньше и не все подряд. И нормально все будет. Ну, зарядку не делаю, ну, а так тренировка, типа тренировки, прогулки в основном, велосипед, лыжи – это мое хобби. Константинов стал самым почетным гостем первенства Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе, которое прошло в Ульяновске в последние дни марта. Соревнования посвятили памяти Анатолия Винника, одного из основателей Ульяновской школы борьбы, который и сделал из Константинова олимпийского чемпиона. Право провести состязание региональная федерация борьбы выиграла впервые за последние 10 лет. Это дает толчок для развития спортивной борьбы в Ульяновской области. И у нас есть возможность всех ребят обстрелять, как говорится, на данном мероприятии, так как детей много, и у принимающей страны есть возможность выставить всех спортсменов, которые подходят по этим критериям. 14-летний ульяновец Егор Васияров уже обстрелянный борец. В прошлом году он был чемпионом этих стартов. Воспитанник тренера Ильнара Ракипова не подкачал и на этот раз. Он победил в весовой категории до 41 килограмма, завоевав для команды хозяев первую золотую медаль. Я занимаюсь борьбой уже 7-й год. Борьба для меня как образ жизни. Я занимаюсь 6 раз в неделю. И второй раз уже удалось выиграть соревнования такого уровня. Было тяжело, но тренер давал мне наставление на каждую схватку, и все получилось. Почти 400 борцов не старше 16 лет из 13 регионов Поволжья вышли на спортивный ковер. Каждый десятый участник – представитель команды хозяев. 8 из них поднялись на пьедестал почета. Кроме Васиярова, победу на домашнем турнире одержали Султан Гумеров и Данил Кирюхин. На счету Имина Гурбанова и Кирилла Дудкина – серебро. У Салмана Мамедова, Данила Ясницкого и Данила Малькова – бронза. Всего в Ульяновске разыграно 15 комплектов наград. Михаил Сашанский, Управда ТВ.